Всем привет, ребятки. Закончился все-таки соревновательный сезон зимний. Теперь мы активно готовимся к весеннему соревновательному сезону. Со следующей недели начинаются по две тренировки уже. Я думаю, ну, зимний сезон я и так провел хорошо, в принципе. Но весенний будет 100 раз лучше, наверное. Ну, не 100, ладно, там 1,5 раза, может быть, эффективней, продуктивней. Так что сейчас я потихонечку буду собираться на тренировку, постараюсь что-то поснимать. Если сегодня будет штанга, я поснимаю, конечно же, а если не будет, то простите. Не хочу отвлекаться на съемки. На улице классная погода сегодня, все охеренски. Учеба, правда, немного мешает, но ничего. Мы с этим как-то разберемся, будем ходить на пары, будем не пропускать тренировки, мы их никогда и так не пропускаем. Я тут немножко подстригся, так сказать. Ну, я не знаю, это даже не подстригся, можно сказать, обобрился, блин. Не знаю, ну, мне так лучше всего. Голова не чешется, ничего не потеет, нормально. Ну, спортсмены, все, большинство спортсменов так стригутся. Пойду-ка на тренировку, наверное, собираться, чтобы не опоздать. А то тренер придумает наказание, не хочу бегать за всякие опоздания дурацкие. Дополнительные круги или дополнительные занятия проводить. Мне это, в принципе, хватает нагрузки. Ноги гудят еще после вчера. Что вчера делаем? Какой после вчера, по сути? Ну что ж. После вчера еще нормально, вот когда мы там делаем? Круговую. Смотри, что не дай мне, алло. А ты прыгать смешно. Да стой, дай. Ты дай мне. Не, он не даст тебе. Оп-оп. Тупо, вот возьми этот колосок, стоишь его, дай, возьми. Сейчас на мать. Давай попробуем. Майк. Майк. Скажи, дай голос. Давай, попроси. Голос. Давай, еще, давай. Майк, на. Дай голос. Дай голос. Майкуша. На. Давай. Походу сегодня классно. Да? Че ты там не нашел? Слышь, ты Майк. Майкуша. Ну, дрожь. Майк. Иди сюда. Мак, на. Ничего себе, не отрежу пилять. Что, собаки конченые? Блядь, сколько их тут меняет? Да он уже увидел, он уже не будет пилять там. Чё? Ну, он за собаками следит. Ну, пошли туда, там те ушли. Там вон те конченые, там стоят по центру. Без привязи. Валим туда. Как обычно, питбули. Мак, вот. Пошли, да, кстати, у нас в парке без привязи постоянно без питбули. Пиздец, конченые люди. Как можно собаку держать без привязи? Я, блядь, щенком идут, они, блядь, питбулями без привязи. Так хотя бы намордник бы одели на него. Они же без намордника ходят. Бери. Дрын-дрын. Смотри. Мака, стоп. Стой. Спроси, Майк. Он еще не успел взять, уже трясет головой. Он постоянно трепит. Трепит, сейчас будет трепать, пока его не разорвет. Заметает. Что будет трепать? Порвалось. На, Макусь. На. Оп. Как с котом, знаешь?
Матюм Гритюм устраивает. Рот открыт. Ага, дай, ой. Ты забыл привет сказать, ты что-то? Да я говорю. Когда? Я ж там до этого снимал. Ты все не знаешь. Как называется эта фигня? Тренога? Да. Или штатив? А, штатив, блядь. Почему так нормально будет? Вот у нас универсальный штатив. Выше, ниже делаем. Да, книжку брал, составил. Так. А ну, нормально, он не будет тереться? Будет. Повешай его где-то вот так вот, сюда. Хорошо. Деньги надо. Оно будет об шею тереться, не будет слышно. Вот, да, да, вот так вот. Вот так вот. О! О! Отцовский! Все. Это качественный контент. Ну давай сейчас проверим. На выходных, а в этом. Вообще-то был прошедший Валентин. Надо какой-то пранк будет снять. Да возьми сейчас поздравь. Возьми сейчас поздравь. Скажи с прошедшим с днём Валентина. Чё? Поехали. Кто? В Англию, наверное. В Англию они поехали. Тот, кто будет нам мешать все это время. Ева. Я еще вот сюда маленькую таблетку поставлю, чтобы я камеру уложил текст, понял? Давай. Тихо, что? Сейчас попробуем. Всем привет. Блядь, нормально так или перерыв у нас. Еще не доснимали видос. Будет весело. Моменты особенно будут. Блядь. Сука, я могу. Ну что, кидай? Снимаешь? Мы? Давай, сейчас будем, короче, кидать. А вот собаки, собаки, я подойду к собакам поебаться. Ты мне собак жалко. Давай, мусор. Давай, ты кидаешь, я буду снимать. Давай, снимай. Попаду? Откуда знаю. Раз, два, три. Ёбаный в рот. Чё? Миха, блядь. Надо я. А надо немного силы рассчитать, да? Вчера снимали видосик. Много прикола было, еле сняли. Сейчас вышли полазить. По льду немного. Не, рыбаки реально далеко ушли, вон, смотрите. Аж там, блядь. Подожди, это не только рыбаки, там он... Я знаю, что такое. Я знаю, это вода, понял? Это лед потаивает, и вот эти бульбы наверх выходят. Это воздух. Кстати, вон там, вон там вышка, вон она. Ты слышал, что я сказал? Я сказал газ, да. Нахуй. Ты же, блядь, не Байкал, ебаный. Смотри. Ты же на Байкале газ выходил. Ах, блин. А мы на той вышке были. Вот на той, да. Подожди, не, это далеко, вот на той. Блядь, и прикинь на нее залезть, охереть. Это же все, ну, видно. Вот мы на ней были, когда мы то на косе были, там, да? Да. Вот на той. Прикинь, если залезть на нее, будет все видно, мы с Рэем. Не пугай, блядь, я думал забежать на острове. Он дай вот этот пейзаж сфоткай. Херенский. Ну, еще надо мне чесать. Ну, поснял майку. Вот что, обалдел. Тут торба это. Ты хаваешь уже, ну покажи. Ой, слышь, он поводок жрет. Он поводок хавает. На. Воздух охеренный тут. Да? Пахнет. Если бы наш парк немного засадили деревьями побольше. Тут реально до хера надо сидеть. Облысел он же. Мой батя раньше рассказал, что тут слой вот такой был, понял? Вот таких этих. Ну, антик, я понял. Сосновых, короче, елочек. Иголочек. Я еще помню, был малой, вот так их понял. Кучковал и подпалил, это было нормально. Оно горело еще классно. Людей маловато, что-то вообще никого нет. Где все, интересно? Давай пофоткай его, что ли, или нет? Ой-ой-ой, ой! Пришел с тренировки только что. Ой. Меня вот кто ждет? Мне отдохнуть нереально, да? Стоп. Ничего, говорю, отдохнуть не даешь. Да? Да. Да, ну вот. Начинается трудовая неделя. Две тренировки в день теперь у нас. Ну хорошо, что хоть на этих выходных мы с другом Жень. С камерой. С кем? Скажешь, подписывайся на канал, ставь лайк. Нет.
Чего? Да давай, скажи. Нет, я за не вести. Ладно, ладно. Ладно, сфоткай меня. Так, тихо, сейчас. Я не сфоткаю, я снимаю видео. Ну ладно, снимай. Сейчас я договорю, и мы потом с тобой будем играть, да? Что? С камерой стой. Ну да, я же на YouTube выкладываю потом видео. Люди будут смотреть. Что? Как ты видео смотришь на YouTube, так же меня и люди смотрят. Хорошо. Некоторые. Хорошо. В общем, на чем я снимаю? Ах, да. Типа, отдохнул. С другом погуляли неплохо. Вчера в парке ходили, там с собакой гуляли. Ну, короче, весело было. Нормально, на льду. Лед, правда, растаял уже, но ничего. Сегодня уже тренировочка была. Сейчас вот сижу, чаек хлебаю. Да за компом посижу, с малой мной поиграю. Потом буду отдыхать. И вечером опять на тренировке, и все, как обычно, день сурка, там все дела. Не, ну, надо все-таки тренироваться, скоро соревнования весной. Нормальная спартакиада впереди, ой, универсиада. Так что все будет чики-пуки, я думаю. Буду 200 бежать, 400 и, возможно, еще эстафету 4 поста. Ну, посмотрим, как оно будет на деле, еще непонятно. Еще надо отобраться, пробежать, вдруг травму получу, мало ли. Все может быть в жизни. Да кнопочку нажми. Скажешь, подписывайся на канал и ставь лайк? Да! Чего? Ну, давай. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.